Николай, приветствую. Да, приветствую вас. Расскажи, пожалуйста, как прошло заседание сегодня в суде? Судебное заседание было, в принципе, очень такое сжатое, краткое, по той причине, что администрация Краснодарского края предоставила испрашиваемые ранее судом затребованные документы, представила постановление, все то постановление, которое я оспариваю, а также все иные постановления, которыми вносились изменения в оспариваемое постановление, но посчитала, что возможным представить такой пакет документов только в суд, не представив его мне, являющимся административным истцом. Я не согласился с данной позицией и просил суд, возражал против удовлетворения их ходатайства о приобщении данных документов в суд. Однако суд все-таки приобщил данные документы, но при этом обязал администрацию Краснодарского края представить точно такой же пакет документов, еще один заверенный, все копии постановления в суд, которые я смогу прийти и в суде получить. Поэтому судебное заседание отложено на 10 часов 10 июля в Краснодарском краевом суде, также судья Писецкая. И это будет уже основное судебное заседание, которым судебное разбирательство по данному делу в принципе завершится. Вопрос такой, то есть они предоставят эти документы копии, да? Да, они также заверенные копии всех этих постановлений предоставят в пакет этот в суд, и мне нужно будет прийти в суд, получить его, и чтобы в дальнейшем ознакомиться и подготовиться к судебному заседанию. В этот же день, когда 10 июля? Нет, я в понедельник, это, по-моему, 6 у нас будет. Я 6 уже будут документы, да, а 10, там, по-моему, это будет пятница, если не ошибаюсь, то будет уже основное судебное заседание, на котором уже и завершится рассмотрение. Хорошо, ждем тогда решения, следим за ситуацией, за развитием событий. Всем спасибо за поддержку.